Бывший муж певицы Пелагеи, хоккеист Иван Телегин, мог вступить в брак со своей возлюбленной Марией Гончар не просто так. Предполагается, что его подтолкнула к свадьбе беременность избранницы. Подобные подозрения в адрес экс-супруга исполнительницы возникли у ее приятельниц. Подруги Пелагеи считают, что Телегин снова женился по залету. Когда спортсмен сыграл свадьбу с певицей, она тоже была беременна. Звездные супруги заключили брак 16 июня 2016 года. А 21 января 2017 года на свет появилась их дочь Таисия. Однако буквально через пару лет Иван оставил артистку ради своей нынешней жены. Мать Пелагеи, Светлана, винит в распаде брака исполнительницы именно Гончар. Появившись в самый кризисный момент, эта женщина со своей роднёй сделала все, чтобы семья моей дочери распалась окончательно. Возмутилась она. При этом роман певицы и хоккеиста начался, когда спортсмен встречался со своей уже бывшей девушкой Евгенией. Его не смутило, что возлюбленная находилась на последних сроках беременности. Телегин ушел от девушки практически сразу после рождения их общего сына. Пелагея забеременела спустя месяц после того, как я родила Ивану Марка. Разве это нормально? Поделилась Евгения.